А ты что тут делаешь? Да на физру забыла форму, учитель послал за дневником. А кто у вас физру ведет? Степашка Сергеевич, злый день такой. А, он все равно все мечи попротыкала. А, знаю такого. Смотри, давай поступим так, ты просто дневник брать не будешь, а подойдешь к этому злыдню Степашке Сергеевичу и скажешь, что я завтра за тебя принесу ему парочку новых мечей. Спасибо, Дим. Годка, у тебя капюшон сзади. Что там? А что ты орешь? Я просто тебя информирую. Спасибо. Бусинка, давай беги на физру. А коленки сзади грязные, ладно. Не слышу нашу фразу. Если кто-то будет обижать, сразу буду Димку звать. Ладно, все, спокойно, беги. Дим. Малышка, нельзя такое делать. Вот вырастешь, парень появится, и я думаю, ему понравится. Блин, ну ладно. Хватит. Такая она, конечно. Так, надо класс предупредить, что дискотека будет. Народ, тут Дима написал, что дискотека будет в честь Нового года в пятницу! Ну, это школьная дискотека, детский сад. Ну вот поэтому вы самый первый с нашего класса и забеременеете. Выйдем замуж. Так, и что орете? 90-е. Мамина доллар. Маме, ну-ка давай решай быстро. Все здания на доске, чтобы тихо себя вели. Да, хорошо. Так, тетрадки проверил. Класс предупредил о дискотеке. Смело можно отдыхать. ЖК, ты долго еще? Не, мне еще там надо развесить. Блин, что-то я такая голодная. Пойду туда в столовку сбегаю. Ты что будешь? Одну сосиску в тесте купи. Хороший выбор. Ладно, жди. Здравствуйте, Любовь Сергеевна. Здравствуй. Что моя прелесть будет? Любовь Сергеевна, можно мне побольше пирожков? Голодный, страшно. Сделаю. Ваши пирожки самые вкусные. А Димка, признавайся, сколько уже сердец разбил? Да пока ни одного. Вот пойду пирожками удивлять. Пирожками много не корми, потом на руки не подымешь. Так у меня сильные руки. А вы стеку тесте положили? Все, положила. Ай, деньги не надо, потом подежуришь у меня. Вот такие пирожки вкусные, надо платить. Саша, не забудь, после этого урока идем в кино. Я помню. Не помешал? Помешал. Я старался. А ты что тут делаешь? По тебе соскучился. Вот с гостинцами пришел. А я не голодна. Такие они, конечно, вкусные. Хватит. Ну, я же знаю, что ты голодная. Жене дай.